Ребят, всем привет. Значит, ну что, можно сказать, дождались. Я приступаю к заказам, то есть я начинаю выполнять заказы, начинаю собирать заказы, начинаю закупаться материалом, металлом и так далее. Все ссылки и все мои данные в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Обратите на это внимание. Что я делаю на заказ? Естественно, я делаю дымогенераторы. Для копчения, пожалуйста, заказывайте, там все ссылки, там и на фотки и так далее. Я думаю, вы понимаете, ну, о чем идет речь, если вы хотите у меня что-то заказать. Потом я делаю систему Slow-N-Sear для грилей по типу Weber, что на 57, что на 47 сантиметров. Неважно, я делаю какие-то еще дополнения, я делаю решетки, всевозможные решетки. Вот, я делаю коптильни горячего копчения, я не делаю шкафчики из фанеры. Ну, в принципе, там при желании можно сделать, но я думаю, дешевле будет вам и лучше купить у того, кто занимается именно шкафчиками из фанеры. Вот, делаю, как я уже сказал, всевозможные решетки, ну и всякие приспособления для копчения, для гриля. Вот, делаю сами коптильни горячего копчения, делаю смокеры. Ну, ребят, все вообще будет недешево. То есть, если вы надеетесь, что будет за копейки, нет, будет недешево. Будет качественно, будет хорошо, будет продумано, не будет, а вы что, какой-то только бы подняться. Но нет, ни в коем случае, я стараюсь цену, наоборот, понизить. И, в принципе, для всех, кто вот уже писал, с кем мы разговаривали по ценам, я вам скажу, что по сравнению с сентябрем 23-го года, прошлым годом, то есть, цены немножко стали ниже. Плюс я еще некоторые моменты пересмотрел, передумал в своих изделиях, и, ну, то есть, цена на какую-то часть будет ниже. Не так, чтобы вот прямо уж, но где-то, может быть, в некоторых случаях даже на четверть от той цены, что была в 23-м году, станет ниже. То есть, ребят, все ссылки в описании под видео. Заходим, делаем заказы, и сразу хочу, это важно, сразу хочу сказать, ребят, вы не один сделали заказ. Я один, кто их выполняет, у меня нету цехов, у меня нету каких-то там металлобас и так далее. То есть я делаю, можно сказать, на своих каких-то мощностях в своем гараже, так сказать. Вот. Все будет делаться в порядке очереди. Кто первый сделал заказ, тот первый его и получает. Кто второй сделал, тот второй получает. И так далее. То есть все в порядке, исключительно в порядке очереди. Вот. То есть, ребят, все. Делаем заказы. Считаем, цены есть уже. Вот, я не думаю, что там буквально за неделю, пока я начну действительно работать, уже отсылать заказы, рассылать, что-то изменится. Вот, ну, то есть, все. Делаем заказы и получаем их. Все. Все ссылки и все мои данные в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Обратите на это внимание. Все, ребят, всем пока.